Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу об автономности iOS 14.1. Давайте посмотрим, сразу же перейдем в настройки аккумулятора, посмотрим, что емкость 98%. Сейчас прогрузится информация. Как видите, я в 12 часов ночи снял заряд с процентным соотношением 99%. Попользовался, как видите, вот какие показатели. Здесь система совершенно не глючит. Мне это очень нравится. Это очень классные и крутые показатели. Телефоном полноценно пользовался сегодня. Где-то инстаграмчиком, где-то вайбером, где-то звонил, где-то что-то. Вот так. Но сильно, прям сильно, чтобы я нагружал. Это вот под вечер, как видите, пошло по графику падение. Я записывал видео почти 9 минут. Вот оно. Я его обрабатывал в разных двух редакторах. InShot, еще одна там. И загрузил в Instagram. Точнее, оно сейчас вот подгружается, как можете заметить. Точно так же загрузил на Facebook. И у меня сейчас 34%, как можете заметить. Да, телефон немножко нагрелся. Бывает, когда ты записываешь видео, очень высокий расход идет тогда, когда ты его редактируешь точно так же. И как бы, что я могу сказать, это очень классно. Кто уже на iOS 14, однозначно обновляйтесь. Очень классное обновление. Мне понравилась здесь батарейка. Вот, даже вот сейчас я еще записываю видео, какие классные и потрясающие результаты. Но кто сидит еще на 13.6, спросите, или 13.5, там, быть может, еще каких-то версий 13, сидите на них. Скорее всего, я уже смогу рекомендовать тогда, когда выйдет iOS 14.2. Только тогда она будет еще более стабильная, еще более производительная, еще более автономная. Сейчас пока так себе. Но кто на iOS 14, конечно же, обновляйтесь. Багов нет, сотовая связь лучше, и батарейка примерно осталась на том же уровне. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение, для меня это очень важно. Всем пока! Staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves.